Приветствую всех на своем канале. Хотел делать обзор мотоблока, но сначала такая вот у нас получилась чуть неприятность, поломалась косилочка. Будем делать ремонт, немножко покажем. Вот такая вот косилочка. Она уже, бедная, повидала уже немало. И здесь была такая травма. Зашили, здесь уже брали и шили, и на заклепки. Ну, главная поломка сейчас вот такая вот штучка у нас. Вот такая деталька, которая таким в движение роликом приводится и движет вот эти сегменты вправо-влево. Вот она здесь крепилась, и она вылетела. Также вылетели и два сегмента, потому что они были теми же самыми заклепками приделаны, что и вот эта запчасть. Главная причина здесь была, вот, как вы видите, здесь ограничительные такие подводятся болтики и контргаются гайками. И гайка выходит, что уже потерялась не сейчас, не сразу не заметили. Увеличился люфт, и она вот этим вот роликом, так я понял, било-било. Тут должен быть минимальный люфт, а оно был зазор большой, и оно и просто отбило потихоньку. Вот так-то. Сейчас мы прижимные эти штучки открутим и будем ремонтировать. Кстати, вот такой еще ключик покажу. Самодельные, люблю я самоделки. Просто струбки плотно расклепал с помощью болта. Здесь на 13. Здесь на 17. Такие вот прижимные. Это заднее ограничение. Это прижимает сегменты. И регулировочный болт, который поджимает. Тут уже, к сожалению, поджимать уже нечего. И тоже уже их раз, правда, меняли, но уже все равно лет, наверное, 7 уже вот этим. Или 6. Всего мотоблоку уже 13 лет уже, и вот коса в таком состоянии. Сегменты тоже уже менялись, вот видим, уже все болтается, надо все сейчас перебирать. Здесь и шли вот заводские, насечка с поднизу, и когда подтачиваем, постоянно зубчики есть. А это уже самодельно цепляли уже от советских комбайна, вроде они без косилки, или откуда они. В общем, они были шире, пришлось обрезать, и зубчики эти срезались, не сохранились. Вот смотрим, сколько уже их тут таких минимум. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и тут я уже не помню, какие там были. В общем, будем делать.
пластину эту подварил. Надо бы подгонять вот эту. За счет вот этого большого шага оно и отбило, я так думаю. Скорее всего. Получится. Отмерим подогнать. Хотим вырвать. Может быть. Так вот должно быть. Так, вроде с этим разобрались. Вот такая вот причина. Потерялась гайка штопорная. Из-за большого люфта там все поразбивало. Но так как вот резьба мелкая, гайка такую не нашел. А выпасть она не выпадет, потому что там не пустит болт, там выборка сделана специальная. Пусть уже так, как оно было, так и будет. А подрегулировал вот этой стороной. Там посмотрим, что оно получится. А сейчас пойдем сементы сюда делать. Приклепывать, подгонять. Здесь сварка мешает, заклепка не выходит. Так, сейчас подклепаем эту одну и вот эту отрежем. Вот такие вот советские. Благо есть запас. Приятно, что надо покупать. Когда-то они никакой ценности не имели. Их была куча в колхозах, совхозах. И так еще папа где-то их насобирал. Теперь пользуюсь. Давайте 5 сантиметров шириной надо сделать. И сразу эту заклепочку. Тоже такая советская еще вот семерочка даже, не четверка, а семерка. Как раз как надо. Так, чтобы наверняка, наверное, прихвачу сваркой, чтобы уже не целяться потом дырки, не прогадать. Дымка, дымка. А этот чистый. Дымка, это наша кошка Дымка. А этот чистый. Дымка. У него пузико большое. Дымка. Он напился у мамы молочка. А это шустрый, перепишка. Это чишка, вон какой чишка, слишком. Папа,
Думаю, так, сказал, думаю, так будет зовут? Проще. Думаю, так будет сверлить теперь и заклепывать. Так. Вот дырочки готовы. Заклепка есть. Так, теперь надо нам клепать. В связи с тем, что глубоко заклепки там, запоталенные, будем клепать на пробое. И берем его вот. Так, заклепки мы делаем. Помню, когда-то еще в детстве делал болтики я таким способом, специальным приспособлением для раскладных стульчиков. Папа меня научил, нарезал там резьбу, тут пропил под отверткой. Проволоки было много. Вот эта форма есть. Можно сразу на три болта. Так, хватит, подумаю. Так, вставляем заклепку сюда. Так, вырезаем. И хорошенько. Сейчас обрежем их по такому форме, что такой блин. Проточим, надо все проточим.
Так, все, вот, поточили. Сейчас будем пробовать ставить, устанавливать на место. Ну что, сейчас тебе надо ехать? Так, промажем ржавчину здесь. Переработкой. Болтик на 12 нужен ключик. Thank you.